Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, зайдем быстренько с тобой в магазин и откроем пак. Здесь нам ничего не выпадает, 5 долларов, окей. Так, забираем награды. Дальше поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Вот, начнем, пожалуй, с боевки. Где у нас сплинтер? Вот он, навыки. Нам нужно с тобой найти 11 кружек. 11, поехали. Получается 10, 9, 8. Ай-яй-яй, здесь промахнулись. Так, 7 получается. 6, 5. Ну, давай, давай, давай. Так, 4, 3 и последние кружки, ребята. 2, 1. Ну и последнее. Все. Прокачиваем с тобой ему. А вот этот, ребята, болевые точки до 6-й ступени. Отлично. Так, дальше у нас идет вот это, ребята. Слово сенсея. Слушай, ну здесь вообще на изи. Правда, мы будем уже с тобой это делать в следующей серии. Тут нам нужен один комикс и 4 пульта. Так, мы забираем с тобой награды здесь. Поднять уровень персонажа. Так, Армагон. А, наверное, не хватит. Да, друзья мои. Нужно 29,5 тысяч мутагена, а у нас только 26. Не беда. Мы знаем, как это все исправить. Ребят, жетоны я эти уже насобирал полностью. Кстати, да, давай зайдем в магазин и посмотрим предметы. Так, здесь у нас 109 монет, поэтому мы с тобой берем сразу же 3 ДНК на Леонардо Космос. А по жетонам у нас 460, а нам нужно с тобой, по-моему, 610. Да. Эх, 610, совсем чуть-чуть нам не хватает, чтобы Рафаэля дальше поднять по рангу. Ну да не беда. Так, а мы с тобой отправляемся на турнирную арену. В данный момент я нахожусь в Лиге Мастеров Одна Звезда, а ранг у меня 18. Так что давай бустить. Вот у нас Оленька, 17-23, дает нам кубков. Я беру Усаги. Но тут уже, ребята, надо быть предельно аккуратным. Тут уже сам видишь, да? Не 79-й, конечно, уровень, но довольно серьезные ребята, поэтому тут надо как-то перестраховаться немножечко. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. 74-й уровень, в принципе, с удара не сможет ушатать 60-й уровень. Чтоб тебе было понятнее. Ну, а мы посмотрим, на что у нас Усаги сегодня способен. Так, он наяривает и... И Рокстеди с Бибопом не получает, ребята, постепенного урона. Я думаю, что Леонардо их уложит и так. Отлично. И мы с тобой двигаемся дальше. То есть первый поединочек у нас сегодня прошел великолепно, без косячков. И мы двигаемся с тобой. Опачки, и мы уже с тобой в Лиге Мастеров 2 звезды. Но это разве не чудо, а? Конечно, чудо. 15 откатов, как ты видишь, у нас. Рассел. Кстати, вот смотри, да, у нас 17-23. Кубки у всех одинаковые, да? Но если брать по уровню, то мне кажется, Джордж будет слабее. Ну ты сам посмотри, у него 72, 73, 70, 71 уровень. У остальных есть 79, 74, 274 здесь. То есть вот этот вот самый слабый, поэтому его лучше выбираем. Так будет, ребята, гарантированно, что мы его пройдем, в принципе, без проблем. Но слишком зарываться не стоит. Как бы вот взял 55-й, это предел, друзья мои. Ниже лучше не брать. И возьму я, наверное, здесь Тимати. Тимати я здесь взял только ради того, что он у нас провокатор. Хотя, возможно, даже не придется нам этим воспользоваться. Ну что же, давай посмотрим, на что у нас готов Усаги. Усаги наяривает. Великолепно. Ну, я думаю, Леонардо упадет у нас, да, здесь? Так точно.
они все упали, и мы с тобой двигаемся дальше. Я хочу сегодня попробовать, ребят, не знаю, получится или нет, взять топ. То есть дойти до Лиги Мастеров 3 звезды и там взять первое место. Хотя, мне кажется, это слишком круто, я замахнулся. 13 откатов, ну давай я сделаю даже вот так. Заранее 23 отката. Мне кажется, все равно не хватит. Ну, посмотрим. Так, ладно, берем с тобой дальше турнирку. Просто видишь, нам приходится с тобой все время по одному персонажу делать в откат. Не, даже не по одному, а по два. Но это пока. Можно взять, конечно, Усаги вместе, например, вместе с Армагоном или с Зеком. Но это чуть-чуть попозже. Так, ну что, поехали. Кто-то мне написал, ребята, из подписчиков, что Лео слабак. Вы что, совсем что ли издеваетесь надо мной? Какой же он слабак? Кто-то сравнил его с Армагоном и сказал, что Армагон сильнее Леонардо. Возможно, ребята, я не буду спорить. Но не исключай тот факт, что Леонардо проще всего получить. На самой ранней стадии первого, кого ты сможешь прокачать в платиновый ранг, это будет Лео. Почему? Потому что на него очень много выходит, выпускается ДНК, понимаешь? Армагона максимум ты можешь только с испытаний получить. Поэтому пока ты будешь его копить, на него копить, твой Леонардо уже давным-давно тебя проведет по высшим лигам. Так что не надо как бы унижать его. Я тебе не советую, он тебе еще, как говорится, добрую службу сослужит. Армагон, да, он мощный, я не спорю, но вначале его нужно получить, а потом еще и прокачать. Так, ну что, мы с тобой берем Усаги. И здесь я, наверное, возьму вместе с ним Армагошу. Нет, Супер Шреддера. Подожди, а давай-ка возьмем, наверное, Супер Шреддера. И вот этих вот гавриков. Слушай, я думаю, что у Супер Шреддера хватит инициативы сделать вторым ход после Усаги. Нам этих ребят нужно завалить всех. Естественно, без потерь. Тем более я в команду к себе взял довольно слабых персонажей, как ты видишь. Ну-ка. Ну, Ванюша погибнет в любом случае. Даже если бы его Паукус не нагнул, его нагнул бы постепенный урон. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше, посмотрим, на какую позицию, и сделаем приблизительно с тобой определенный вывод. Смотри, 52-я позиция. Это получается, как минимум, здесь нужно провести 5 боев, это чтобы зайти в 3 звезды, да, 5 боев. И там где-то еще боев 10, 13. 13 умножаем на 2, это как минимум 26. Так, ну я уже здесь не попадаю, 26. И ко всему прочему, нам нужны будут с тобой персонажи. Да, ну ладно, я возьму, например, здесь Сержа. Подожди-ка, ну да, придется откат делать. Берем Армагона. Блин, придется рисковать, друзья мои, а этот риск очень опасный. То есть стоит Армагону немножко схандрить. Или, например, у Саги не повесит постепенный урон. Наших ребят здесь просто сотрут в порошок. И даже не спросят, как их звать. Это я тебе точно говорю. Так что все зависит от моих. Тут все великолепно, и Армагон их добьет. Ну, ты понимаешь, здесь мы как бы потратили всего один откат. А потеряли мы с тобой уже двух супер, как говорится, имбовых персонажей. Это у нас Армагон. А второй я уже забыл кто. На двух мы как бы откатах сэкономили, но потеряли двух с тобой хороших бойцов. Так, ну что, здесь дадут мне 17-24? Дают. И это у нас Оксана. Вот здесь, ребята, очень опасно уже. Потому что 78-й это предел. И тут надо брать третье подстраховочное лицо. Пускай это будет Зэк. Блин, не получится, а. Ребят, ну никак не смогу я выйти. Я, конечно, перейду в Лигу Мастеров 3 звезды, но в топ вряд ли.
только лишь из-за одного, что у меня не хватает персонажей. Второстепенных, я имею в виду. Так, смотри-ка, что выходит-то здесь. Ой-ой-ой. Лео, пожалуйста, Рафаэля завали. Круто. Слушай, ну тут круто получилось. После арены, ребята, мы с вами пойдем, конечно же, проходить испытания. Так, 30-я позиция, надеюсь, да? Ох ты, 23-я, елки-то палки. 17-24, это у нас Мухаммед. Или Мухаммед, правильно будет, да, наверное? Так, подожди, давай-ка мы, наверное, не Лео возьмем, а возьмем здесь Усаги. Вместе с ним пойдет Джастин и Крис. И возьму вот этих вот. Видишь, не хватает. А брать слабых, слишком слабых, это, ну, опасно, ребята. Вместе со слабыми это только придется два персонажа брать. Из слабых. Потому что здесь понадобится три имбы. А ну-ка, караечка, давай. Ё-моё. А Джастин что? У нас будет самый последний ходить, что ли? Я так понимаю, да? Так, вот этого надо нагнуть. Он без постепенного урона. Минус. Ну, красавчик. Да, Джастин проигрывает по инициативе практически всем. Он сходил самый-самый последний. Даже Крис Брэдфорд и Шреддер сходили первее. Хотя Шреддер по уровню... А, возможно, то, что он в платиновом ранге. Вот из-за этого он сходил быстрее. Возможно. Ну что, нам еще с тобой, наверное, придется, да, один бой сыграть. И мы будем с тобой в Лиге Мастеров 3 звезды. А это уже круто, на самом деле. Так, Марли Рацио. Я не могу понять, это мужик или... Или девушка. Вроде и лысый, и лохматый. Фиг поймешь. Так, берем вот этого. Берем Усаги. Возьму сюда Донателло для подстраховки. Не-не-не, подожди, Рокзар. И вот этих двоих. Но если честно, то Донателло здесь не самый лучший вариант. Вот именно для этой компашки. Потому что у него очень слабая масуха. Он может только лишь идти на добивку. А на добивку это нужно где-то иметь 10% хп. Чтобы быть уверенным, что Донателло именно пробьет. Но вот здесь, да, здесь нам повезло, потому что на... Бибопчика повесилась постепенка. Плюс Леонардо очень хорошо прожарил. Соответственно, у него осталось мало здоровья, и постепенный урон его уничтожил. Ну что, а мы с тобой в Лиге Мастеров 3 звезды. Я нас поздравляю всех. Давай хотя бы дойдем до 50-го места. И думаю, до завтра нас не скинут. Завтра у нас что получается? Четверг, да? Ну да, тут как-то дни пролетают, ребята. Очень быстро. Но вот когда ты работаешь, они тянутся, особенно на работе. А когда ты в отпуске, они просто пролетают со скоростью света. Я уже это заметил. Ну что, давай возьмем с тобой Богдана. Сделаем два отката, потому что у нас с тобой, ну, есть они. Возьмем. Блин, Бакстер Стокман. Нет. И Армагона вроде не хочется. Давай возьмем Рафаэля. Тихо ты, Рафаэля. Змейка Вьюна и Сплинтера. Слушай, ну Сплинтера, если мы с тобой качнем, да, в принципе, ребята, он вместе с Рафаэлем будет довольно неплохо себя вести. Почему, ребят? Потому что у него такая же есть контратака. То есть, если он получает урон, он контратакует. При этом он может повесить немоту. То есть, противник вражеский не сможет применять свои супер удары. Так, тихо. Здесь, наверное, нам надо как-то Рокула гасануть. Я думаю, у нас это получится. Да. И Бибопчик, как всегда, от постепенного урона отдуплился. А если бы у них было у обоих чистое, да, поле, я имею в виду без всяких там дебафов, я бы взял Рафаэля в провокацию. Но Рокул мог бы сделать свою массовую атаку. И тогда, скорее всего, ну, убить-то вряд ли, конечно, он убил бы кого-нибудь, но... Потрепал бы нервы. А Сплинтер, я надеюсь, сделал бы контратаку по нему. Так, ну что, давай еще, наверное, боючек с тобой проведем здесь. Эрика. Какая веселая девчуля.
Так, берем обратно Леонардо, берем обратно Усаги. Здесь же, наверное, возьмем Майки. Железную голову. И вот так. Ну, бесполезно здесь, конечно, делать уклонение, поэтому мы начнем сразу с тобой с атаки. Атаковать, наверное, здесь лучше все-таки. Они все 79-го, все на пределе, друзья. По инициативе. Майки, да, крут? Он крут. Ну, я думаю, что мы его сейчас ушатаем. Давай-ка проверим мою теорию. Опачки. А что это так плохенько? Донни, я тебя умоляю. Отдохни. Встал там уже на стрёме. Уже такой довольный сейчас думает. Серегечки брошу и морозильную кошку завалю ему. Но дудки. Я удивлен даже, что Железноголовый сходил. По инициативе, как мы помним, он довольно кислый. Так, и какое у нас? 51 место. Ну что, до полтинничков мы дошли, как я и хотел, в принципе. Но пока есть возможность, давай-ка двигаться дальше. Алексей, Алешенька, сынок. Ну давай возьмем тебя. Берем так. Так, Бакстер Стокмана возьму сюда. И... твою же налево. Где? Вот, Рокзарчика возьму. На всякий, ребят, случай. И мутагеноида. Интересно, мутагеноид сможет выстоять против удара? Ну вот если, например, слэш сделает, мне кажется, он его бомбанет. А вот если, например, кто там у нас? А вот если, например, Донни, то, скорее всего, мутагеноид выживет. Ну-ка, посмотрим. Угу. Ну что, хлопнем его, да? Рафаэля. А этот от постепенного. Хотя, вон, Бакстер. Все. Все, друзья мои, это был у нас последний с вами поединок на арене. Я думаю, где-то сейчас будет 40-я позиция. Это уже неплохо. А завтра... а завтра мы с тобой возьмем топ. Угу. Так, ну что, мы отправляемся с тобой... так, зачем мне магазин? Скажи. Мне магазин не нужен. Мы отправляемся с тобой на испытание. Испытание это у нас городская война. Тени на солнце. Нам нужно взять... подожди-ка, а зачем мне Алапекс? Алапекс мне уже не нужна, верно же? Она же у меня 5 звезд имеет. Я ведь ничего не путаю. Ну да. Значит, остается только лишь Шинигами и Кунаичи. Поехали. Шинигами и Кунаичи. Так, посмотрим, кого нам тут дадут. Но, в принципе, мы сможем получить этих двух персонажей. Испытания полностью проходить, наверное, не будем, ребят, потому что не стоит. Ради этого. Так, давай автобой поставим. Ради сплинтера все это, как говорится, заморачиваться. Можно будет потом просто-напросто пофармить что-нибудь. Так, ну пока здесь 10 уровня, понятное дело, тут все на изи. Я вот знаешь, что думаю? Мы, наверное, после сплинтера, когда его прокачаем, возьмемся либо за Ваню, либо за Карайку. Вот как ты думаешь, кого лучше прокачать? А, после сплинтера, я имею в виду именно по скиллам. До 6 ступени. Вот напиши мне в комментариях, как ты думаешь, кто был бы лучше. Так, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, здесь у нас дроны. Первые, ну это фигня все. У них там какой, 20 уровень, по-моему, да? Да, моим бойцам это на один зубок. Двигаемся дальше. Опять дроны. 4 штуки даже, да, смотри. Хоба. Просто по удару, и они все падают. Так, бежим с тобой далее. Вот они. Тут Рафаэль и Донателло. Ну, 25 уровень, понятное дело, ребята. У них шансов здесь вообще нету. Мы их просто распетрушиваем. И к тому же здесь всего лишь 3 волны. Так, по-моему, еще один бой, и у нас будет разыгрываться... по-моему, Кунаичи там будет первый, да? А нет, еще 2 боя. Потом будет только Кунаичи. После Кунаичи у нас пойдет с тобой Шинигами. И Алапекс со сплинтером в самом конце. Ну что же,
доживем, как говорится, да, до понедельника. Какой уровень? 30-й у врага или 40-й? Да какой бы ни было, в любом случае мы сейчас пока их будем с полточка здесь разбирать. Прекрасно. А здесь у нас кто? Морозильная кошка. О, Майки. Правильно, Розар. Нет, лучше бы вы вот так вот, да. Микеланджело нужно убирать отсюда, чтобы он тут не выпендривался. Хотя его наклонение здесь на самом деле вообще бы никого не спасло. Слишком маленький уровень у них. Но все равно неприятно. Так, и мы с тобой продвигаемся дальше. Так, Майки. А нет, получается немножко по-другому, ребята. Вначале Кунаичи, потом Алапекс и Шинигами со Сплинтером в конце. Вот это уже будет интересно. Сможем ли мы с тобой получить Шинигами? Сплинтер мне, честно говоря, вообще не нужен. Он у меня прокачанный, как бы все. А вот Шинигами нужно. Извини меня, 100 монет стоит. 3 ДНК. Как тебе так? Не кисло, да? Поэтому нам нужно с тобой будет пройти, а потом, если у нас останется сыр, попробовать немножечко пофармить. Ну, а вдруг выпадет. Кто его знает, да? Так, морозилку вырубили. Отлично. Так, Донни готов. Прекрасно. Без сучка и задоринки проходим. И я двигаюсь дальше. Это был уже 40-й, да, уровень противников? Окей. Ну что же, а вот и Кунаичи. Кунаичи у меня, кстати, ребята, тоже очень долго прокачиваются. Ну, практически с самого начала игры. Еще когда у меня было додзе, и я получал там, по-моему, по 1-2 ДНК. А это было когда? Года полтора назад, да? И до сих пор Кунаичи у меня не прокачано. Так правильно, вот такие персонажи редкие, да? Типа Бибоба, Рокстеди, у которых там, извини меня, в месяц один ивент пройдет, и за этот ивент ты получаешь там, ну, максимум 5 ДНК, а нужно 100. Ты представляешь, сколько таких недель нужно тебе переждать? Причем эти персонажи редкие, они не выпадают, как говорится, из паков. Ну, я имею в виду из обычных. А донатные мы с тобой не берем. В моем личном вот сейчас положении паки вообще какие-то покупать за доллары, да, я имею в виду за игровые доллары, вообще нет смысла. Потому что тебе что-то, если даже и выпадет, то, что у тебя уже есть. Эти паки предназначены, наверное, для ранней игры. Но опять же, кто будет заморачиваться с этими паками, если проще им скачать взломку, да? Не то чтобы я пропагандировал взлом игры, но просто не у каждого хватит терпения, как у меня, извини меня, 3 года играть и какие-то здесь сделать достижения, понимаешь? Ну а зато я тебе скажу, что тут полная, ребята, энциклопедия, как играть в эту игру, елки-палки. За все вот эти вот серии, что у меня есть, мы с тобой прошли огонь и воду и медные трубы. Тут все, что хочешь, можешь найти. Любой гайд по любой стратегии, я не знаю, что тебе еще тут. Чего тут только нету и сколько еще будет. Вот этих вот всяких полезных вещей. И игра, я больше уверен, будет меня и дальше удивлять. Будут какие-то казусы непонятные, непонятно даже с чем связано. Либо с багом, либо действительно чисто случайность какая-нибудь будет выходить. Как помнишь, да, было? 80 уровень, не смог уничтожить 35-го. Да как так-то? Как так может быть, ребят? Он бы даже если бы не кританул, просто на него дунул бы, он бы уже развалился. Но, как выясняется, ничего подобного. Бывают и такие вот промашки. И это только один из случаев, которые происходили в этих играх. Так, ну что же, а мы с тобой идем за Шинигами. Как видишь, здесь 75 уровень, но я думаю, что... Ну, давай я сам, наверное, сыграю. 5 волн здесь. Я просто не хочу, чтобы кто-то у нас там упал, рассыпался. Давай, начнем. Так, здесь мы с тобой возьмем, наверное, сердцебиение. Вот так. И погнали. Минус.
Так, контр-атака, да? А может быть тебя, парень, вырубить, а? Здесь тоже вырубим. На. Шипы уничтожили. Так, переходим с вами на вторую волну. Но здесь опять же все наезде, здесь дроны. То есть ничего такого страшного здесь нету. Я возьму, наверное, еще контратаку на всякий случай. Ой, контратаку, баф. Выпустим с тобой маузеров. Окей. И здесь опять же дроны. Ну, поехали. Так, давай сделаем шипы. Козырно. Четвертая волна, да? Леонардо, Майки, морозилка. В наших интересах, конечно же, завалить Майки. И он уже упал. Дальше мы делаем с тобой доп-защиту от Криса Брэдфорда. И выпускаем смертельную волну. Добиваем Лео. Он упадет в любом случае от постепенного урона. Морозилка. Ох, промашка. На. Дрон, хорош. Отлично, все. Ну и последняя волна у нас здесь. Здесь у нас Шинигами, Кунаичи и Карайка. Так, замедляшка сработала на пол команды. Добьем мы с тобой, нет? Добили. Все окей. Так, теперь попробуем с тобой Карайку. Угу. Точнее, это не Карайка, ребята, это у нас Шинигами. Вот так вот. Угу. Вот Карайка теперь начинает буянить. Слушай, Шинигами. Вот, я и хотел сказать, что упадет от постепенного урона. Сейчас мы... Да давай вот так вот сделаем, господи. Пускай хильнет. Пробиваем и уничтожаем. Начнем с этого. Теперь с этого. Вот и все, друзья мои. В принципе, вообще никаких проблем я не вижу. Ну а на сплинтера, я думаю, не стоит идти. Ну незачем нам. 33 сыра у нас с тобой осталось. Давай посмотрим, что здесь можно вытащить. Ну что, давай рискнем. Так уж и быть. 4 отката, правда. 4 телепорта потратим. Ладно, давай. Маяки радарные, да? Угу. 3 золотых осколка. Камень Талика. И последний. 3 доллара. На самом деле даже не окупились вот эти вот откаты, телепорты, которые мы с тобой потратили. Потому что ни одного персонажа не вытянули. Ну и бог с ним. Так, в четверг, ребята, или когда? В пятницу у нас с вами открывается Черепашья буря, да? Клан Фуд. Я не знаю, пиши ВКонтакте. Точнее, ВКонтакте, пиши мне в комментарии, будем ли мы с тобой завтра играть в арену по черепашкам. Если не будем, то уже тогда увидимся в пятницу на Черепашьей буре и на Кланфуте. Так, теперь нам нужно прокачать нашего Армагона. Вот так вот, друзья мои. Еще 3 уровня и он будет соточкой. Да. И это будет круто. Ну, а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.